Вітаю на 9 каналі спеціальний випуск. Мене звати Артур Терещенко, і я сподіваюся, що сьогодні під час прямого ефіру із нашим гостем відбудеться не лише цікава чоловіча розмова, а й будуть розставлені крапки над «і» в багатьох питаннях. Мій співрозмовник – заступник керівника обласної міліції Сергій Третьяков. Сергій Сергійович, добрий вечір. Добрий вечір. 28 січня, згідно з розпорядженням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, у нашому місті з'явилось суспільне угруповання, яке буде слідкувати за громадським порядком. Зветься воно «Народна дружина Дніпропетровської області», пише портал «В городі». Дев'ятий канал 5 лютого звернувся до міського голови з офіційним запитом. Запитання були наступні. Чи насправді в місті є офіційні дружинники? І якщо так, які функції та повноваження об'єднання? Також ми спитали, чи означає подібний крок та те, що правоохоронці не пораються самотужки. Відповідь маємо отримати в найближчі тижні. Втім, наші глядачі можуть відповідати вже зараз, під час ефіру. Традиційне запитання сьогодні таке. Створення народної дружини – це легалізація тітушок чи ні? Відповідайте. Телефони звичні, вони на ваших екранах. Ну, еще раз добрый вечер, Сергей Сергеевич. Итак, наверное, прежде чем говорить о 26 января, давайте поговорим о 25 ноября 2013 года. Тогда на Европейской площади в первый раз, ну, по большому счету, пролилась, хоть и небольшая, но кровь, неизвестные избили митингующих. Что на сегодняшний день? Как расследуется это дело? Установлены ли те лица, которые напали на митингующих? Действительно, по событиям, которые имели место 25 ноября, значит, в нашем городе было открыто криминальное производство, которое на сегодняшний день расследуется. Проходят, говорит, следственные действия, которые направлены на установление тех лиц, которые совершили данное деяние. На сегодняшний день я, к сожалению, не могу раскрывать тайны следствия, поэтому идет кропотливая работа. Я думаю, что в ближайшее время мы сообщим широкому кругу общественности о результатах данного расследования. Но все-таки можно уточнить, установлены ли лица, которые били, и кто-то из них задержан или нет? Ну, я, к сожалению, не наделен такими полномочиями для того, чтобы, говоря так, обозначать конкретные какие-то лица, поэтому... Договорились. Давайте тогда возвращаться к событиям 26 января. Итак, глазами милиции, что произошло в этот день? Ну, я бы, наверное, начал свое повествование об этом дне немножечко раньше, с 24 января. То, что происходило 24 января в городе Днепропетровске, я думаю, многие телезрители на сайтах в интернете видели о том, как так называемое мирное шествие ультрасов, участников так называемого правого сектора, фанатов с парка Калинина, где они собрались и направили свои стопы в центр города, значит, остановившись возле горисполкома, чем это мирное шествие обозначилось для милиции и для тех лиц, которые участвовали, помню так, с противоположной стороны. Когда оскорбительные выкрики, значит, угрозы причинения телесных повреждений, которые в конце концов имели, помню так, свое практическое воплощение, ну, когда и... да, одному из руководителей Днепропетровского городского управления были нанесены телесные повреждения. Господину Хуторному, да, там, насколько я знаю, удар и вам попытались в пах нанести. Попытались, да, нанести удар, значит, вовремя среагировал, но тем не менее, попытка не увенчалась успехом, но это не значит, что действия товарищей, которые называли свое шествие мирным, значит, укладывается в это понимание. Поэтому я считаю, что 24 числа это была генеральная репетиция. Итак, давайте по всей видимости, будем говорить так, именно в этот день, значит, товарищи, которые участвовали в этом мирном шествии, уверовали в свою безнаказанность и попробовали свои силы. А то, что произошло 26 числа, и многие, значит, интересующиеся задают вопрос, все-таки, как же произошло так, почему действительно именно так произошло. Так вот, я готов ответить на этот вопрос. То, что действительно 26 числа произошло возле облгосадминистрации, тогда, когда мирное шествие превратилось в самый настоящий штурм облгосадминистрации,
И мы, к сожалению, уже не питали иллюзий, потому что к тому времени на определенной части нашего государства были захвачены облгосадминистрации, облсоветы. И, естественно, мы в некоторой степени были готовы и к такому развитию событий. Единственное, все-таки оставалась надежда на то, что в нашем более-менее спокойном городе Днепропетровске такого события произойти, по идее, не должно было. Но, к сожалению, время расставило все по своим местам, и это событие произошло. И тот штурм, который был осуществлен радикально настроенными молодчиками, которые были вооружены и палками, и разобрали, не к чести своей, часть парапета в сквере имени Ленина и бордюр, и использовали для метания в сотрудников милиции любые подручные предметы. А некоторые из них были экипированы почти как сотрудники милиции, то есть имели и шлемы, и щиты. На одном из эфиров демонстрировал тот щит, который находится на вооружении в органах внутренних дел, соответствующая, будем говорить так, аббревиатура ACAB и нашим гербом. То есть они показались. Естественно, да. Ну, Сергей Сергеевич, конечно, давайте не просто конечно. Общаться, а и смотреть. То есть, насколько я понимаю, агрессивно настроенных молодых людей в тот день возле облгосадминистрации было очень много. Так, давайте сейчас посмотрим часть видео, которая оказалась в интернете. Она очень сильно нашумела. Внутри облгосадминистрации, вот давайте смотреть, люди... Молодые люди, спортивно одетые, с битами. Вон рядом ходят сотрудники милиции или МЧС, очень сложно сейчас сказать, но тем не менее, они готовятся на выход на улицу. Через время эти люди обязательно выйдут на улицу, и мы покажем следующее видео. Но на ваш взгляд, кто эти люди, вот сейчас, которые находятся на территории режимного здания? Как уже было сказано ранее, органы местного самоуправления имеют право создавать так называемые общественные формирования по охране общественного порядка. Это все прописано в законе об участии граждан в охране общественного порядка. И предваряя ваш вопрос о создании так называемой народной дружины, которая была анонсирована властями города Днепропетровска, согласно закону Украины об участии граждан в охране общественного порядка и защите государственных границ, граждане имеют право создавать общественные формирования по охране общественного порядка, которые... регистрируются, в принципе, создаются и регистрируются под эгидой органов местного самоуправления. И действуют. Сергей Сергеевич, вот насколько я понимаю, то, что мы увидели, это дружинники внутри облгосадминистрации, правильно или нет? Ну, это название больше относится как бы к, говорю так, советскому времени, да? Ну, дружинники, ну, да. Это общественное формирование. В свое время, они назывались общественными формированиями, вернее, это назывались дружинами, оперативными комсомольскими отрядами, студенческими, дружинниками. Ну, то есть, помощники милиции. Грубо говоря, где-то сейчас это, будем говорить так, подходит где-то название и к этим людям. Давайте тогда посмотрим следующий фрагмент. То, что уже снимали не люди, которые находились внутри, а именно журналисты 9 канала. Mm-hmm. Давайте посмотрим. Боже, так и стыд! Thank you.
сейчас камень голову. Кто это за люди? Я не знаю. Вы журналист? Да, я же. Так успокойтесь. Я не знаю, я ответил вам. Все. Вы не знаете, кто находится на территории государственного учреждения? Не знаю. Я ответил вам еще. Что, непонятно отвечаю? Ну, вот мы посмотрели фрагмент. Сергей Сергеевич, как так получается, что один из ваших подчиненных, господин Хуторной, но только сотрудник городского управления милиции, хотя мы прекрасно понимаем, милиция и общественные формирования – это общее взаимодействие на тех или иных мероприятиях. Человек не знает, кто это такие люди, которые находятся в облгосадминистрации внутри, они выходят, но тем не менее они достаточно мирно, с битами, проходят мимо сотрудников милиции, их никто не задерживает. А вдруг это провокаторы? Почему так получилось? Ну, вы знаете, мне сейчас сложно сказать, когда на облгосадминистрации, вернее, возле нее появился господин Хуторной, значит, вполне возможно, что он прибыл уже по вызову, потому что информация о том, что, значит, митинг, достаточно, будем говорить так, многочисленный, значит, прибыл к облгосадминистрации, поступила в ряд органов внутренних дел, и о том, что, возможно, провокация и захват. Значит, для этого необходимо было какое-то время, которое, естественно, в это время и были подтянуты дополнительные силы органов внутренних дел, которые обеспечили соответствующую, будем говорить так, охрану общественного порядка возле указанного учреждения и проведение, будем говорить так, профилактических мер, направленных на недопущение, прежде всего, и, будем говорить так, и недопущение захвата облгосадминистрации и совершение каких-то противоправных действий. Ну, то есть, на тот момент сотрудники милиции знали, что это за люди или нет? Где-то какие-то, значит, моменты, значит, мы согласовывали уже непосредственно в ходе, да, непосредственно в ходе, значит, охраны общественного порядка, учитывая то, что мирное шествие, как оно было анонсировано заранее, на протяжении длительного периода, а начиная с конца ноября месяца, у нас в городе Днепропетровске проводится масса таких мероприятий, которые всегда практически заканчивались достаточно мирно. То есть милиция никогда не вмешивалась в их проведение. Не было никаких абсолютно, будем говорить так, противодействий со стороны сотрудников милиции. Мы обеспечивали охрану общественного порядка и достаточно успешно, будем говорить так, сотрудничали и с представителями протестующих сторон. То есть у нас не было никакого недопонимания, и все это укладывалось в рамки мирного протеста, да, поэтому и в тот день, мы сознательно, доверяя, так сказать, руководителям этого, значит, мероприятия, те, которые, будем говорить так, подали заявку, те, которые обещали о том, что никаких противоправных действий с их стороны проходить не будет. То есть однозначно мы рассчитывали на то, что эта акция пройдет мирно, и без соответствующей, будем говорить так, провокации с их стороны. Учитывая то, что ситуация уже настолько была напряжена, и страсти начали разогреваться не совсем в нужную сторону, а руководители и координаторы, которые привели людей туда, в самый ответственный момент, к сожалению, будем говорить так, не то что утратили свои, будем говорить так, авторитеты, влияние, но они просто, будем говорить так, растворились в, будем говорить так, в толпе начался граждан. Хаос. Да. Начался хаос. Причем Сергей этот хаос действительно... Времени не так много в эфире, да. Но тем не менее, мне бы очень хотелось, чтобы мы посмотрели еще один фрагмент. Это комментарий вашего непосредственного начальника, генерала Бабенко. На следующий день он собрал журналистов. И вот как он ответил на вопрос, кто такие были на территории облгосадминистрации внутри. Итак, давайте послушаем и посмотрим. Ну, какие добровольные помощники, кто их привлек туда? Я никакими этими лицами, кто там были, не руковожу. Кто они такие, по крайней мере, да? Меня все, по крайней мере, не очень-то пока интересует. Меня интересует обеспечить своих людей, чтобы они остались живы, здоровы и выполнили функции, какие им возложены. В администрации есть руководство администрации, мы спросить у них, правильно? Я же администрации не руковожу. Давайте так, этот вопрос будет уточняться, ответ на него дам. Давайте разговоры. Мы пока тоже не можем ответить. Я тоже ему сказал. Тише. Илья Волович, да, там, по-моему, ходил. Не знаю. Еще раз. Уважаемые представители Советского Союза, еще раз. Естественно, будем разбираться, кто были, что за люди были. Ну, на сегодняшний день мы уже точно знаем, что это общественное формирование, так, по крайней мере, это озвучили. Но хотелось бы услышать, вот сколько во время вот этого столкновения было задержано людей, сколько пострадало? Какая на сегодняшний день статистика, Сергей Сергеевич? Ну, после, будем говорить так, этих событий мы подвели, будем говорить так, итоги. И могу сказать, что во время
значит, мероприятий по задержанию лиц, которые участвовали в массовых, говорит, так, вот таких вот, значит, мероприятиях, да. Значит, было задержано порядка 37 человек. Значит, часть из них, значит, была, значит, согласно уголовно-процессуального законодательства задержана. Значит, в отношении, значит, нескольких было составлено административные протокола, и ряд людей в отношении них ограничились проведением профилактической беседы. То есть те, которые, будем говорить так, действительно, как сегодня рассказывают о том, что многие были там чисто случайно, значит, проходили мимо, заинтересовались, подошли, ну, подкреплялись, как, значит, сегодня я могу сказать уже с уверенностью, что все это подкреплено видео, фотоматериалами, и в том числе и с помощью ваших коллег-журналистов, которые любезно предоставили нам фото-видеоматериалы. Многие из них, участвуя в гуще событий, значит, получили, значит, и повреждения техники, там, телесные повреждения. Мы сейчас разбираемся по каждому из этих фактов, то есть проводим соответствующее разбирательство, где, какие, будем говорить, так были получены телесные повреждения, либо повреждения техники, потому что, ну, в тот момент в этом хаосе были и случайные люди. Вот, те, кстати, которые... давайте о случайных. Вот у нас несколько дней назад был Леонид Бабин, человек ранее судимый, я ему конкретно задал этот вопрос в эфире, ну, определенная наружность, но тем не менее, человек шел с 13-летним сыном в центре города, оперативники из Бабушкинского подлетают, задерживают, пацаненка откидывают в сторону, отвозят, говорят, подпиши, ты там был. Но сейчас же легко очень сделать трафик, посмотреть телефоны, был ли там человек возле облгосадминистрации. На сегодняшний день его отпустили, для начала на подписку о невыезде. Но тем не менее, мне кажется, что здесь есть перегиб со стороны оперативников Бабушкинского райдела, и вам, как руководителю, стоит, наверное, посмотреть, изучить, провести служебное расследование. Если действительно ошиблись, так наказать, как думаете? Естественно, если это действительно ошибка, и человек не виноват, и случайно, будем говорить так, попал в поле зрения правоохранителей, мы однозначно проведем по этому поводу разбирательство и проверим причастность данного товарища к тем или иным событиям. Потому что на сегодняшний день масса, будем говорить так, мероприятий, которые проводятся, направлены на установление активных участников этих событий, потому что мы видели, насколько четко было скоординировано и спланировано это мероприятие, и отдельные лица, которые управляли этой толпой. Вот, кстати, о тех лицах, которые управляли этой толпой. Отдельные депутаты областного совета в Днепропетровской области заявили о том, что вот, в принципе, среди провокаторов были люди, которые приехали из западных областей Украины. Давайте послушаем небольшой фрагмент. Я отвечу, кто люди, которые приехали для захвата зданий и наведения хаоса в нашем регионе. Это Львов, это представители западных регионов нашего государства. А вот эти люди, мне нужно задавать вопросы те, на которые я могу вам дать ответ, или те, которые я понимаю. А я не понимаю вопросы, которые связаны с провокацией или вещами, которые сложно проверить. Я не знаю, о каких людей вы говорите. Я вам ответил о людях, о которых я знаю, которых я видел. Есть ли среди задержанных во время штурма 26 числа граждане, не проживающие на территории Днепропетровской области, зарегистрированные в других областях Украины? И сколько их? Значит, по задержанным, которые, значит, участвовали в массовых беспорядках 26 января, у нас нет лиц, которые бы проживали в западных регионах. В то же самое время информация о том, что они участвовали в этих мероприятиях, у нас существует. Мы ее сейчас проверяем. Говорить достоверно, будем говорить, так, о том, что действительно, как бы, эти люди были там в тот момент, не координировали свои действия посредством телефонной связи, либо еще каких-то, будем говорить, так, средств связи, мы на сегодня не можем. Но информация о том, что эти люди присутствовали в этот момент в нашем регионе, она имеется. Она имеется. И мы ее сейчас проверяем. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день, согласно распоряжению областного горсовета, появилось у нас такое формирование дружинники Днепропетровщины, да? Итак, какими функциями они наделены для того, чтобы наши зрители понимали, что эти люди могут, чего не могут? Эти люди, согласно, я еще раз повторюсь, вернусь как бы к началу разговора, согласно закону Украины об участии граждан в охране общественного порядка, эти люди наделены, будем говорить так, полномочиями участвовать в охране общественного порядка, создавая как совместно с органами внутренних дел, значит, так и самостоятельно, значит, так называемые, ну,
патрульные, будем говорить так, наряды и осуществлять охрану общественного порядка на территории, где они зарегистрированы, под контролем органов местного самоуправления и во взаимодействии с правоохранительными органами, либо с органами государственной границы, если это связано с охраной государственной границы. Кто может стать дружинником? Вот так вот, более популярно. Кто может стать дружинником? Лицо, значит, достигшее 18-летнего возраста, значит, которое не имело проблем с законом, и по своим, умри так, физическим и медицинским показателям, как бы, способно выполнять поставленные задачи и функции. Давайте посмотрим тогда небольшой фрагмент. Вот обращение. Вчера его еще или позавчера называли тетушкой, сегодня это потенциальный дружинник. Давайте посмотрим. Ну, мы тетушки. На самом деле тут все бойцы, которые реально стоят за идею. Мы готовы воевать и отбивать нашу областную раду до конца, до последнего. Тут нету забабок, тут нету пьющих, курящих. Тут пацаны-спортсмены все, каждый из нас. Чтобы вы знали на будущее себе. Что мы не бухаем, не пьем, как вы говорите, колемся для укола или для спиртного. Мы здесь не за деньги, запомните, не за деньги мы здесь. Если мы сейчас отдадим областную раду, мы тогда, может, и квартиры свои сразу подаем. Вместе со своими вещами, блин, совсем сразу. Может, нас вообще выгонят отсюда. Весь, всех, всех полностью. Вы задумайтесь для себя на будущее. Притом кто? Бендеры, которые всю жизнь жили за наш счет. Днепропетровск всю жизнь кормил их, всю жизнь. Мы не сдадимся. Сергей Сергеевич, предлагаю ответить на вопрос, потом возьмем звонок телезрителя. Итак, Днепропетровской милиции нужны такие дружинники? Ну, здесь же интеллект всех классов образования. Достаточно эмоциональное, будем говорить так, высказывание. И однозначно можно сказать о том, что где-то, наверное, в каких-то мероприятиях такие люди не просто, будем говорить так, будут мешать сотрудникам милиции, а и, наверное, создавать определенную опасность. Но однозначно мы на сегодняшний день говорим о том, что есть формальные признаки, по которым любой изъявивший желание гражданин может являться членом общественного формирования. И по тем критериям, которые прописаны в законе, он может им стать. Он может им стать, да. Отже, створення народної дружини – це легалізація тітушок чи ні? Саме таке запитання під час ефіру ми поставили вам, шановні глядачі. Номери для однозначних відповідей ви зараз бачите на своїх екранах. Для тих, хто має особливу думку, 370-3101. Доброго вечора, готовий вас почути. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. От, вопрос, звісно, інтересний. От. Діло в тому, що даже при союзе вот дружинники были не вооружены, вот и всегда вот ими командовал представитель милиции, это раз, вот. Во-вторых, эти люди закрытыми лицами, вот. Дело в том, что я сам был когда-то дружинником, ходил дружиной, вот. Никогда не было такого, чтобы люди участвовали в драках. Они только останавливали и все. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, ответьте на вопрос. Итак, то, что произошло решением или распоряжением горсовета, что появилась такая дружина, что это все-таки? Легализация тетушек или это помощь милиции? Конечно, это легализация тетушек. Это, получается, законное бандформирование. Дякую. Какие-то лица непонятные, вот, не в форме, с непонятными вообще какими-то действиями, вот, находится возле... Дякую. Дивіться, 9-й надалі. Ну, от ви услышали мнение одного из телезрителей, безусловно, это личная мысль человека. Ну, на сегодня хотелось бы еще несколько вопросов задать. Абстрагируемся от Днепропетровска частично. То, что происходит сейчас в Киеве, сколько сотрудников Днепропетровского гарнизона находится на охране общественного порядка? Насколько вы Ну, вы поняли, что я хотел сказать. Не понял. Не поняли? Нет. То есть я хотел сказать, ну, насколько процент содержания сотрудников милиции Днепропетровского гарнизона ослаблен и отправлен в Киев? Ну, будем говорить так. На сегодняшний день цифры, которые я назову, это порядка, значит, 550 сотрудников, которые уехали, значит, с периодичностью, значит, отправляются в город Киев, значит, для выполнения задач по охране общественного порядка. А об ослаблении гарнизона Днепропетровского я бы так не сказал.
Ну, будем говорить так. Количество сотрудников, которые убивают для обеспечения охраны общественного порядка, значит, на улицах нашего города и других населенных пунктах пополняется за счет резерва, который на сегодняшний день имеется в органах внутренних дел. То есть мы не снижаем абсолютно никакой активности по охране общественного порядка на территории нашей области. И даже несмотря на то, что кто-то из сотрудников выполняет сейчас свой, будем говорить так, долг по охране общественного порядка в столице нашей Родины, то на его место заступает следующий сотрудник. У нас осталась минута. Да. Вопрос да и нет. Самостоятельно Днепропетровская милиция сегодня способна охранять общественный порядок или все-таки нужны вот такие формирования? Мы никогда не отказывались от помощи общественности. Если сегодня сознательные граждане, которые имеют свое собственное мнение и которые на сегодняшний день отлично от мнения каких-то отдельных, будем говорить так, политиков, либо граждан, которые считают... От помощи ви не отказуюсь. Дякую, що завітали. Наприкінці нашої розмови, вибачте, немає часу, пропоную підбити остаточні результати нашого опитування. За допомогою глядачів шукали відповідь на таке запитання. Створення народної дружини – це легалізація тітушок чи ні? Дивимось, 64% сказали так. Дякую всім, ваша думка для нас важлива. Дякую і вам, Сергій Сергійович, що знайшли... можливість до нас завітати і були щирі при відповідях. Нагадаю, у гостях 9 каналу був заступник керівника обласної міліції пан Третьяков. Бажаю всім нам миру, толерантності та здорового глузду в прийнятті рішень. До зустрічі у п'ятницю ввечері. Тримайтесь.